Всем привет, это программа «Хрень 2.0», и сегодня я вам расскажу, что есть настоящая хрень. Настоящая хрень – это псевдотелефон от компании МТС под названием MTS QWERTY 655. На самом деле, конечно, он делается китайской компанией Huawei и имеет аналоги по всему миру. Но все же на нашем имеется яичный логотип, и он является говнопародией на Samsung C3222 и Nokia C3. Ну и, конечно, на божественный BlackBerry. Единственный плюс этого телефона, о котором стоит сказать сразу же, это его цена в 3000 рублей. А при подключении к МТС выйдет, в общем, около 2000 рублей. Дешево и сердито, я вам скажу. Телефон достаточно резво работает, и поэтому и ценой, и внутренностями он выигрывает у других китайских говнотелефонов и говнокопий. Тех же копий Nokia и BlackBerry, например. Которые зачастую стоят дороже, а тормозят, как компьютеры середины 20 века. Но давайте поговорим о минусах. В яйцефоне разрешение экрана всего 320 на 240. Много это или мало, решать вам. Основная фишка — это так называемая QWERTY-клавиатура, типа прям как клава обычная для компа. Ну тут, конечно, спорный вопрос. Если вы привыкли к сенсорным телефонам без кнопочек, то к этой раскладке весьма долго придется привыкать. Но если вы олдскульный любитель кнопочек, то адаптация к этой клаве пройдет быстрее. Ну а лично мне она на первый взгляд показалась неудобной. Но, как я уже и говорил, все это дело привычки. Мультимедийные возможности включают встроенный медиаплеер, музыку и видео в говнокачестве, все как надо здесь можно посмотреть. FM-радио и говняная камера сюда тоже впихнута. Но вроде бы набор стандартный, ничего интересного и нового. Заметки писать можно, но, к сожалению, как я и говорил, для меня это было неудобно. Поддержка 3G сетей, выход в интернет, все ок, работает, но мной завечены глюки после длительной работы Оперы. Есть поддержка Ява-приложения, игры качаются и устанавливаются легко. Могут возникнуть проблемы исключительно с разрешением экрана. Управлять в них, как вы сами уже поняли, очень неудобно. С такой раскладкой кнопок особо не поиграешь. В комплекте идут даже наушнички для айфона. Это очень мило, я вам скажу. В общем, что хочет сказать о яйцефоне. Он, мягко говоря, на любителя такой клавиатуры. Это раз. Два, это если у вас есть выбор купить яйцефон или какую-нибудь другую китайскую поеботу с бюджетом этак в 3000 рублей, то выбор очевиден. Эта хрень почти не глючит и будет гораздо надежнее, чем какой-нибудь Skyphone 6 5G или Pony Ericsson Xperia. Не забывайте писать в комментариях ссылки на всяческую хрень, которую бы вы хотели увидеть в новых выпусках, и не забывайте подписываться на канал.